В Калмыкии по обвинению в мошенничестве арестован первый вице-премьер республики Петр Ланцанов. Как сообщили в Следственном комитете, дело касается махинаций с субсидиями местным сельхозпроизводителям. По поручению Ланцанова их принуждали перечислять в пользу одного из холдингов значительный процент от выделенных средств. Позже часть этих денег была похищена, другая использована не по назначению. По подозрению в причастности к этому делу задержан также замминистра сельского хозяйства Калмыкии. По решению суда он уже взят под стражу.